Для меня праздник 9 мая – это очень святой праздник. У меня моя мама и мой папа – участники войны. Оба прошли всю войну. Мама пошла добровольцем, когда освободили Калинин в декабре 1941 года. Она пошла, набиралась рота связи девушек. И она с этой роты связи прослужила в Каманинской дивизии. Командир полка у нее был ныне космонавт Береговой. Прослужила она до конца войны. А папа у меня был летчик-истребитель. Вот, он как раз сопровождал штурмовые самолеты, которые штурмовики. Вот, а истребители их охраняли. Вот. Тоже в этой же самой Каманинской дивизии служил. Там мои родители познакомились, потом их война разлучила. А потом в конце, после войны, после окончания войны, мой папа разыскал маму и женился на ней. Вот такая вот история.